Так, друзья, прошу вас просмотреть это видео до конца. Я думаю, это видео очень полезное и вам должно понравиться. Я думаю, это видео должно зайти как минимум на 100 тысяч просмотров и много-много лайков. Так что смотрите, поддерживайте мой канал. Так, друзья, всем привет. Сегодня выпала такая возможность снять вот такой вот видосик про Чан Рамен от Доширака. Испытай пламя вкуса. Типа, самая острая штука. Сейчас мы ее попробуем. Я не знаю, как я к этому отнесусь. Но что-то мне подсказывает, что она очень острая. Так что сейчас попробуем, покажу, как ее правильно варить, как ее готовить. И пробуем. Так, для начала я разомну его, потому что лапшу и спагетти я, ну, не люблю вот эту тягомотину вилками таскать. Хотя ее нужно, может, есть палочками. Но палочками я тоже не ем, поэтому я буду разминать. Нам на это роли не сыграет. Самое интересное и самое острое внутри этого пакета еще маленькие пакетики, какие мы добавим в кипящую воду. Так, размяли, что делаем дальше? Так, друзья, смотрите, что нужно делать дальше. Нужно закипятить 2 200-граммовых стакана воды и высыпаем нашу лапшу сюда. Вот она, родимая. Высыпаем все сюда. Здесь не так, как ролтон, что можно запарывать, его лучше варить, конечно. Варить 4-5 минут. Так, засыпаем вот эту штуку. Тут я уже вижу, что красный перец присутствует, поэтому тут будут вилы, наверное. Не знаю, как я это съем, потому что я тоже не любитель таких. Люблю я всякие приправы. Так, вот такая приправка есть. Ее нужно сварить. Вот именно ее нужно варить. Не знаю, как я съем это все. Вот зелень какая-то. Вкус говядины там в первом пакетике. Так что посмотрим, что у нас тут получится. Какая у нас говядина. Так, и засекаем 4-5 минут. Ставлю я свой будильник. Пускай тикает. Все. Чуть-чуть перемешиваем. И варим на небольшом огне. Так, друзья, чтобы не погибать нам зря, есть вот такое у меня красивое сало собственного посола. Вот такое я и выбрал, где мяса побольше. Чтобы зря не погибать, пока наш суп приготавливается, нарезаем сало. Так, чтобы вам, друзья, не соврать, чтобы мне страшновато уже становится. Смотрите, какой он красный. Там никакой морковки нету, никаких таких добавок красителей. Там это конкретный красный перец. Еще, может быть, и не нашего какого-то происхождения. Не нашего, не русского, белорусского, а именно привезенное оттуда что-то такое острое. Так что сейчас я добавлю, может, сметанки на всякий случай. Или попробуем сначала без сметанки, а потом чуть-чуть загасим это дело. Чтоб вообще мне не сгореть здесь. Ну что, друзья, принимаемся. Так, на всякий случай я взял все-таки сметанки, потому что там все надо будет загасить, потому что будет огнем гореть, чувствую я. Так, давайте, приятного аппетита. Сейчас попробуем. Страшно. Я просто вдохнул. Что это такое? Закусывать салом надо по-любому. Прикиньте, он еще гаражей. Это вилы просто.
О, хорош. Хорош. Я думаю, такой суп очень хорошо при простуде при какой-то. Микробов погонят самое то. А если что, запить что-то дело самогоночкой, это будет вообще атас. Вот я ем, вкус очень хороший, но чувствую, как начинает все просто гореть огнем. Представьте, вот это все краснота, вот это все перцы. Фу, надо это все съесть по-любому. Не знаю, сколько я буду пить воду, какими огнетушителями я буду пользоваться. Не знаю. Фу. Хороша, на самом деле мне понравилось. Я думал, будет похуже. Но оно ощущается очень хорошо. Вот это, вот этот пожар внутри. Я сейчас и нос пробьет, и уши, и глаза, наверное. Я начну снова видеть, снова слышать, снова могу нюхать и слышать хорошие запахи, запахи детства. Как раз меня пробьет все здесь, чувствую. На вкус приятный суп, я скажу. Очень приятные, их много видов вот этих раменов. Именно чан рамен от доширака. Самих, он рамен правильно называется. У нас здесь мало продается, но можно заказать в интернете, чтобы прислали нормальных супов. Если вам понравится это видео, я могу снять про остальные супы. Хороша вода. Помните о нашей Раше? Хороша вода, как ты любишь, Коленька. А где соль взяла? Соседки попросила. Ну просто горит уже. Я просто вот сейчас ем, просто Раше я принимаю, и меня уже обжигает все. Плюс я еще добавляю еще больше перца. Ну вот это вот ни с чем не сравнится. Домашнее сало, плюс оно домашнего посола. Чесночком оно очень мягкое. Мягкая, очень прекрасная на вкус. Она просто тает. Я даже шкурку не срезал. Она просто разваливается. Хороша. Хороша вода. О, как все варит, губы горят огнем. Скажу, мне это все еще есть. Чтобы оно было чуть холоднее, я бы по-быстрому сейчас. Так по-быстрому не получается. Ну, как ни странно, на вкус я чувствую вкус вообще. Не так у меня, не такой пожар, чтобы я, бывает, там обожжешься перцем, все остальное потом невкусное. Как бы оно горит огнем, но вкусы все воспринимаются нормально. Так что не обжигает так, что там невозможно понять другие вкусы. Ой, хороша вода. О. Я думаю, тьфу, конечно, но при простуде я возьму такой пакетик. Просто попробовать, потому что у меня и нос уже отложило. Тут отложит все, что хочешь. Сало просто обезьяня. Заходите на канал, посмотрите, как я солю сало. Там у меня несколько видосов есть. Последний видос в шорсе, именно короткое видео, как я его солил. Вот это самое цивильняковое сало. Это мне дал товарищ с работы своего домашнего сала. И я не прогадал. Он сразу сказал, что будет очень вкусно. Хорош суп, хорош. Я рассчитывал на большее, что я буду просто воспламеняться весь на ходу. Ну, не там-то было. Я не из тех. Я не из тех парней, которые горели.
из тех парней, которые это все потушили. Хорош, хорош. Так что можно брать смело. Очень вкусный, такой насыщенный вкус. Не то, что просто говорить, знаете, можно там насыпать макаронов каких-нибудь, вермишели, что-то засыпать перцем. И оно будет гореть. Здесь с определенным вкусом, все как надо. Всего по-своему хватает. Не то, что ты наелся макароны, засыпал это перцем и все, и ты горишь весь. Не так. Есть смысл покупать доширак. Доширак – тема. Лайк. Лайк от вас я жду. Кому нравится видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Дайте толчок каналу. Напишите комментарий, напишите, что желаете, может, снять что-нибудь еще, кроме трусов. Я имею в виду обзор на какой-нибудь, и что там, Чандрамен, потому что их видов много. Предлагайте ваши предложения, почитаю комментарии, приму на вид, буду снимать. Могу заказать коробку сразу с разными вкусами и буду постепенно снимать и вылаживать. Так, пока я покушаю это без вас, потому что вам это будет, наверное, неинтересно, если я буду долгое время сидеть просто хлебать. Если бы был прямой эфир, да, я бы с вами побеседовал. Это можно будет в следующий раз сделать. В прямом эфире заварить такого супца. Побеседовать с вами. Я думаю и очень надеюсь, что это видео вам понравится. У меня такое чувство, что оно дает не силы, а силушки дает богатырские просто. На самом деле оно как действует как энергетик какой-то. Очень вкусно. Я не прогадал. Я знал, что он такой термоядерный, но он не настолько, насколько я тут уже ждал, что сгорит все огнем. Так что есть какие-то корейские вот это вермишели, макароны, лапша, как правильно называется. Есть там какая-то пятизвездочная. Она самая острая в мире лапша. Вот если эту лапшу попробовать, я думаю, буду я есть лед прямо на видео. Я не успею даже суп этот доесть. Или лапшу, как она правильно называется. Суп лапша, ты смотрела, сколько воды налить получится. То и получится. Много воды получится суп, меньше воды получится просто лапша. Так что я постараюсь купить эту пятизвездочную штуку. И попробуем мы, наверное, ее все-таки. Жара. На самом деле жарко стало. Дышать невозможно. Ложку вдыхаешь просто возле ложки. Просто как перцовиком, баллончиком. Если кто-то знаком с этим. Обжигает просто горло. Ладно, сейчас я доем и расскажу вам свои ощущения. Как бы я уже их рассказал, но мы с вами еще побеседуем. Друзья, я умотал, короче, этот суп. Поверьте мне, мне очень понравился. Я даже не добавлял сметану. Я его уделал. Ну, такие мужики, как я, должны тушить пожары. Я этот пожар потушил. Поэтому
Давайте сделаем так. Вы сделаете вид, что вам зашло это видео. Я буду только рад. И сниму вам. Для вас, не вам. Сниму для вас новое видео с шанраменами этими, блин. Сниму каждое по отдельности. Все виды, которые есть, я сниму. Если вам понравится. То есть, мне очень понравилось. Я куплю себе просто употреблять пищу. Где-то в дороге можно. Или где-то на фазенде. Вот сейчас будет летом, у нас основная работа там. Можно брать с собой как перекус. Конечно, мне помогло сало. Но я думаю, вот эта штука тоже питательная была. Поэтому от нее пользы может быть чуть больше, чем от ралтона какого, малтона и всех этих ралтоноподобных макарошек. Поэтому есть смысл покупать, можно перекусить. Так что, друзья, давайте пролайкаем, продвинем видео. Пишите комментарии, всегда отвечу. Всем добра и приятного аппетита. Подписывайтесь.